сказал. Чего еще раз? Ну, он там полы мыл в туалете, а я должен был туалет мыть. Я прошел по помытому, мы с ним подрались, и меня заставили всю казарму вызвать. Обалдеть. Можете этому старшему сержанту вставить? Потому что он еще, мало того, что три наряда вне очереди дал. Хотя во всем виноват Грант. Вот давайте с ним разберемся. Достал гранату, после чего кинул в космоса. На, лови. Спасибо. А ты зачем своим телом ее закрыл? Я вас спасаю. Герой. Не, ну ты скажи, ты меня уважаешь? Ты хочешь идти, пока смут устрою? Давай. Ну, комплект фрум находит за подсумки, до самого комплект фрум зайти приземлиться. Стоп, я не понял. Чего? Понял, и? Не дыши так глубоко, не бойся. Да все, все, все. Я ведь когда я сна! А, да, в Афгане прятался. Нет, ну товарищ Афган-43, вы знаете, что такое паспорт? Ну, паспорт на холодильник, документ. Там все документы. Паспорт, что? Технические характеристики, год выпуска. Там все есть. И технические, это что? Место производства, блядь. Ну, технический холодильник. Чё они там построили? Они коптерку себе строили, если что. Какую в жопу коп... Это что, блядь? Нет, ну я, конечно, все понимаю. Не, парни, вы чё... А вы как парни, вы чё-то перепутали, это, по-моему, не коптерка. Это не коптерка. Так сказали, коптерку построили. Так это не коптерка. Это не коптерка, это памятник. Это коптерка. Это коптер, наш бывший коптер. А я коптер, коптер модель. Блин. Кто прораб? Я прораб. Это что? Это коптерка модель. Это коптер. Это джамшут. Джамшут, коптер наш бывший. Джамшута, маны, построили, джамшута. Коптер бит. Спереди я сзади, давай. Взял? За резким движением руки я отодру палатку. Ой, земли. Не, подожди, не получится. Давай тащить его, слышишь, тащить надо. Давай, давай, брат. Тащи память. Сюда, ко мне иди сюда, толкать будем. Давай, давай, брат. Хватит, потащили. Ох, нюх. Настрой на скат. Прикинь, реально. Вечная память тебе, Джамшут. Эти, короче, с нелегалов зайдут на. И такая херня стоит. Попробуйте, попробуйте, блядь. На складе это нужнее. Их вечной память тебе, Джамшут. Я буду тебе поумный. Хорошую жизнь прожил. Жалко. Не, ребята, вы что-то не туда, вот туда вот. Ты что ты меня толкаешь? Домогаешься, что ли? Сука, блядь. Куда я попал? Я сейчас помру тут прямо. Джамшут какой тяжелый. Я говорю, папье мощи надо было покупать было. Надо, Билем. Вы маленько что-то не туда. Тащи. Так оставляй. Разрешите обратиться, обращается инспектор взвода управления военной полиции Гильвер. Товарищ генерал-майор. Разрешите обратиться, товарищ генерал-майор. Разрешите обратиться, обращается инспектор взвода управления военной полиции. Товарищ генерал-майор. Разрешите обратиться, обращается инспектор взвода управления военной полиции старшина Гильвер. О, Гордон, это твои. Нет, товарищ генерал-майор, вы мне нужны, товарищ генерал-майор. Разрешите обратиться, к вам обращается инспектор управления взвода военной полиции. Ага. Товарищ генерал-майор, вы мне рапорт когда добрите?
Я уже сколько работаю, работаю, прошу вас, одобрите меня, пожалуйста. Товарищ генерал, ну подождите, там еще, товарищ генерал, вы мне, нет, дайте мне задание, товарищ генерал, мэр. Товарищ генерал, мэр. Ну вы остановитесь, нет, вы что, совсем, что ли? Сейчас я вам требование напишу, товарищ генерал, мэр. Бросилка закрытая, даже не руки отрегал бросилку, посчитал сам автор, требование, посчитал сам авторучку. Скрыть ваше фамилию, отчество, товарищ генерал, мэр. Дайте я вам требование напишу. Пупкина Виктория Залупкина. Начала записывать требования Пупкина Виктория Залупкина, после чего начала заполняться ячейку должности и звания. Какого у вас должность? Рядовой какого вас звания? Товарищ генерал, мэр. А куда поехали, товарищ генерал, мэр? Подождите, товарищ генерал мэр, ну вы в курсе то, что это нарушение на данный момент с вашей стороны федерального постановления, а также Уголовного кодекса Российской Федерации, а также устава воинской чести? Вы куда поехали, товарищ генерал мэр? Разрешите обратиться, обращается старшина Гельвер. Товарищ генерал мэр, обращайтесь в инспектор развода управления военной полиции, старшина Гельвер. Вы куда? Не прыгайте, товарищ генерал мэр, я вам сейчас требования выпишу. Не прыгайте, товарищ генерал мэр, я вам сейчас требования... Вы куда? Вы куда? Вы занимаетесь своими обязанностями? Нет, вообще? Я спортом занимаюсь. Что вы делаете, товарищ генерал мэр? У вас столько людей хотят к вам обратиться, а вы занимаетесь всякой ерундой. Ну-ка, стойте. Людей. Я сейчас буду жаловаться. Я сейчас вызову оперполномоченных генеральной службы безопасности. Жаль. Сейчас придут и вас разжалуют с вашей должности и снимут вас, понятно? О, нет. Разрешите обратиться, говорю. Да, Максим. Слышишь? Я считаю, Кендер и Максим разошелся тут под столиком. Этот ебан сам собой говорит, блядь. Максим! Сейчас я приду. Мои опасные админские глаза. Админские глаза. Админские глаза. Пойдемте за КПП, выйдем, снимайте все формы. Сэмпа в смысле. Они бы все закрыли. ОЦМ, наверное, открыл, он их закрыл. Типа вот так вот, что? Да. Ладно, простите, товарищ сотрудник, но служба у нас такая. Туманы над рекой! Не-не-не-не, это с Иваном Кузьмичем. А, жили-были, не тужили четверо друзей? Да. Жили-были, не тужили четверо друзей, грабануть они решили городской музей. Нож принес Иван Иванович, пистолет Иван Степанович, автомат Иван Фомич, на танке выехал Кузьмич. О. Спасибо. Сука, я как вспомнил, блядь. Начнется без авралов, сундуков и генералов, демобилизация. Не ура, воинская часть. Сидит жив в казарму, драет унитазы. Здравствуй, сапога, попади моя тоска. Вот он я, привет, блядь, охренеть. Сыпались, там бойца потерял. 20-15, печать, рука получил, берет листочек, листочек. Ставит печать, поставлю. Так, взял указку. Открывает.